Всем привет, друзья! С вами Витёк, но это мобильная игрушка Slime Kong. Ну что ж, поехали. Тут, по идее, нужно куда-то его утягивать. Ага, мы его, короче, оттягиваем, нашего Конга. И вверх на следующую точку. Блин, очень здорово. Ух, ёлки-палки, чуть было не по... А, я думал, это бонус. Ладно, не бонус, согласен. Так, на красную что, нельзя, интересно? Опа, он взорваться, походу, может. Ёлки-моталки, как интересно-то. О, я дотянулся. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, потерял я его. Блин, прикольно. Нужно, короче, забираться на самый верх, собирая всякие бонусы, и там нас подстерегают различного рода характера опасности. Ну что ж, давайте попробуем еще раз. Па-па-па-па-па-пам, лезем. О, у нас немножко уровень поменялся, это прикольно. Давай-давай-давай. Все получилось. Ничего себе, они летают. Смотрим, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще раз. Фух, удержался. Так, там у нас, смотрите, кострище. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, только нет. Отлично, отлично. Еще. Как так? Охренеть, меня какой-то гладиолус убил. Но это никуда не годится. Так, давайте еще раз. Ух ты, колесо фортуны! Ба-ба-ба-ба-ба-бам! И что же мы выиграем? 125 очков. Ни много, ни мало. Ну что же. Так, призы теперь давайте попробуем поиграть. Давайте. Так, новые призы через 5 часов. Чё так мало-то? Так, 200 монеток заплатили. И... Бам! А чё, я могу что-нибудь делать? Нет, я ничего делать не могу. Это просто, можно сказать, рулетка на везение, но удачу. Он сам нас там бахает, ни хрена себе там очков зарабатывает. Опупенно. Давай, обезьянка. Ну что же, я даже игрушку выбил. Прям как в игровом аппарате. Осьминог. У меня есть осьминог. Прикольно. Так, выбирайте, выбирайте осьминога, продолжить. Ну что же, поехали. Ага, можем здесь же, да? Давайте 2 соточки-то заплатим. Ну что ж, мне жалко, что ли? Нет? Давай. Там монетки еще. Ну куда ж ты так вниз-то сразу резко? Ты все не собрал, блин. Обезьянка моя. Ой, панду выиграл. Ха-ха-ха, я панду выиграл, друзья. Эх, 23 монетки всего. Ну что ж, ладно, продолжаем. Так, поиграть-то я не могу, нет 200. Ладно, выходим. Так, что, могу обезьяну поменять? Я могу поменять обезьяну. Хочется отдохнуть, здесь вы можете найти другие доступные темы. Давай. Опа, жуткий городок. Тема закрыта. Так, новинка. Морские глубины. Так, открыть сейчас 65. Ну, давай. Ой, зачем нам магазин? Ну-ка, верните нас. Так, понятно. Открываются они за монетки. Ну что, поехали. Так, призы, еще пройдем уровень. Че ж не зацепился-то? Так, монетку хочу. Вот, давай от стенки отскакиваем. Блин, прикольно, что можно от стенки отскакивать. Чуть не зацепился, блин. Оп, все нормально, я живой. Ага, можно вот так, кстати, сделать. Блин, сел прям на нее. Ёлки-моталки-то зеленые. Так, какой-то наглец разбросал, приносящий удачу. 3 листика, собери 20, чтобы узнать, кто же этот шутник. Давай соберем 3 листика. Где 3 листика? Я пока не вижу. Так, ладно, по прямой. Ага, синие не так быстро. Вот красный у нас, конечно, прям пипец сразу активируется. И... Чё ж ты никуда не прыгнул-то, ё-моё. Вот засада-то. Блин, а чё, время-то убить, нормально такая игруха. Давай. И сюда, давай. Ух, ни хрена себе меня унесло. Цепанулся. Еще, цепанулся, 3 листика. 3 листика, подлюка, прямой. Я взял 3 листика. Так, отлично, поехали дальше. Так, красная. Да ладно, красную пропустил бы, блин. Ёшкин кот, там, давай, синяя. Так. Есть. Сейчас, мне нужно сюда. Ага, есть контакт. Блин, ну ты прям вообще попал не куда нужно. Ну что ж, друзья, для обзора, я думаю, достаточно. Блин, веселая, забавная игра. На мобилке можно время скоротать. Всем советую, рекомендую. Обязательно подписываемся на канал.
и ставим много-много лайков под видео. До встречи в следующих сериях. Всем пока!